Добрый день, друзья! Привет, братишки и сестренки! Продолжаем мы наш марафон, цель которого заработать 1 миллион рублей в месяц. Для новичков, напоминаю, зарабатываем мы без каких-либо вложений. Тут никто вам никогда не попросит там денег, не предложит вложить каких-нибудь, там, не знаю, рисковать своими там деньгами. Здесь вы не будете. Все здесь основано на том, что мы зарабатываем на проектах, которые раздают абсолютно бесплатно свою криптовалюту. Они устраивают рекламные кампании, раздают в связи с этим свою криптовалюту. Никаких вложений от вас не потребуется. Простейшие действия, о которых я сегодня расскажу. Сегодня очень интересный проект, новый раунд его раздачи монеты. Поэтому, кто первый раз смотрит, советую очень присмотреться к этому проекту. Для старичков, те, которые уже видели, я думаю, им тоже будет интересно про то, сколько можно зарабатывать на этом проекте. Итак, поехали, друзья. Проект называется Miracle Kelly. В двух словах, ребята замутили проект, который там, точно, наверное, сделает революцию. Они хотят сделать такую сим-карту, которая будет работать вообще по всему миру. Никаких ни роумингов, ничего не надо. У них плюс готовый уже есть этот продукт. Они реально это... И какая-то идея, они уже выпускают, даже самим можно заказать, вот карты там себе пришлют, там кто-то из знакомых, там, по-моему, даже подписчиков писал, что заказал, и она работает бесплатно, не бесплатный, а по очень дешевая связь по всему миру, плюс интернет, и плюс еще там они собираются сделать Telegram бесплатный, и, по-моему, WhatsApp или еще какой-то, какие-то соцсети вообще без оплаты за интернет-трафик. Итак, поехали. Как можно заработать на данном проекте? Смотрите, у них теперь сегодня, по-моему, или вчера. В общем, на днях начался второй раунд. Раздача, они абсолютно бесплатно раздают свои монеты. Давай перед этим я тебе сразу, дружище, покажу, сколько я на нем заработал, потому что интересно. Проект платит уже, наверное, так, нажимаем, сейчас точно посмотрим. Вот они. Платежи, которые поступали мне. Давай посмотрим, сколько мне уже не платят. Так, смотрим. 8 ноября первая выплата пошла. И с 8 ноября это уже почти полгода получается. Вот они, 10, 10. У них минималка здесь 10 евро. Это получается, я переводил себе на аккаунт, покупал эти токены. Так, смотрим дальше. 11, 10, 10, 15, вот это вывод, 56, 61. Здесь я прикинул, здесь около 500 евро получается. Выводить их можно, смотри, на карту банковскую, можно на биткоин, на эфириум, лайткоин, дэш, эфириум классик. И баланс это можно покупать у них монетки, которые еще больше будут приносить денег. Объясняю, у них здесь система не просто, они раздают монетки, а эти монетки еще каждые 2 недели приносят тебе. Сейчас покажу, вот они, вложенные монетки, вот там $7 принесли, там 27 центов, 88 центов, вот они идут эти каждый день практически, когда я вкладывал эти монетки, что получал, они приносят через 2 недели прибыль, а потом эта прибыль накапливается. Ее можно вывести, я тебе показал так. Итак, смотрим. Давай сделаем сразу вывод, например, чтобы ты уже увидел. Давай, например, сделаем на эфириум кошелек. Так, открываем кошелек. Копируем адрес. Копируем. Вставляем. Нажимаем. Обычно они требуют, чтобы там на почту подтверждение, ну, естественно, потому что деньги выводить надо хоть какое-то там подтверждение, чтобы если там, например, взломали аккаунт, не было. Ну вот они. Сейчас ставлю на паузу видео, зайду на почту, скопирую этот код. Ну вот, перешел я по ссылке, код прописался, теперь нажимаю там. Смотрим. Вот они крутятся в пендинге.
Обычно он приходит в течение получаса, ну максимум 2-3 часа. Может, до конца записи видео они уже получат. Сойдут, точнее, на кошелек. Так, рассказывая дальше, как получить эти монетки. Тут, кстати, тоже они накапали несколько монеток. Сразу покажу вам, как вложить их, чтобы получать проценты. Смотрите, у вас здесь за выполнение. А в том, как, какие действия нужно сделать, я дальше расскажу подробно. Сейчас я вам покажу, как эти монетки вложить, чтобы проценты получать с этого. Так, смотрим. Токенс нажимаем. Стэк. Здесь вот они. Вот те монетки, которые у вас будут на балансе, которые вы получите за выполненное задание. Нажимаем стэк. И вот они. Какое-то время оно будет вейтинг, потом оно попадет на основной счет и будет вот здесь добавленная монета. Через 2 недели будет капать эти монеты. Ну, доход с них. Сама монета сейчас стоит 15 евроцентов. За 100 монет вот в месяц получается почти 2 евро. Очень интересно, кстати, монетки, ну, я такой первый раз вижу, там, по-моему, 10-15% в месяц капает. Некоторые даже тут вкладывают деньги свои, покупают эти монетки и получают с этого прибыль. Это уже вы как хотите решайте, я вообще там, я рассказываю о том, как получать бесплатно, в основном нацелено на то, что проекты, как получить бесплатно эти монетки. Дальше я вам подробно расскажу, дальше будет инструкция, вот как именно по этому аирдропу получить бесплатные монетки и начать зарабатывать на них. Каждые 2 недели получать свои выплаты. Итак, поехали. Переходим по ссылке под видео, попадаем на страницу такую. Здесь нажимаем Synap или вверху, или здесь посередине, по центру, без разницы, жмем. Сюда вставляем ваш e-mail, мыло, почту, как хотите называйте. Дальше соглашаетесь, ставите эти чекбоксы. Капча, наша любимая, я не робот. Лодки. Лодки здесь. Раз, наверное, лодка. Два, лодка. Три, лодка. Может, где-то еще есть, но я не вижу. Вроде бы все. Жмем Synap. Теперь на почту нам должен прийти код. Идем на почту. Пришел нам код. Вот он, этот код. Копируем его. Или можно перейти по ссылке. Я думаю, то же самое будет, в принципе. Вставляем. Confirm жмем. Так. Теперь смотрите. Нажимаем логин. И идем опять на почту. Здесь вам придет уже ваш пароль, который вы не смотрите, какой тут нюанс. Вы его не придумываете, не вписываете свой пароль, а вам пришлют пароль на почту. Сюда зайдете, возьмете, скопируете себе где-нибудь обязательно на старте. Скопируйте, чтобы если вдруг там забудете, ну точнее вы его все равно не запомните, просто кому удобно из почты будете копировать, кому удобно запишите пароль там, где вы все пароли записываете. Так, я ставлю на паузу, копирую пароль. Так, скопировали, вставили сюда пароль, логин ваше мыло, нажимаем логин. И дальше смотрите, попадаете вы на этот аккаунт свой. Здесь смотрите, что нужно обязательно сделать. Вот. Самое основное. Для того, чтобы получить монетки, вам нужно привязать свой Telegram аккаунт. Вот. Нажимаете на эту ссылочку. И здесь смотрите. Нужно ввести этот код в этот. Вот, и смотрите, теперь внимательно расскажу, потому что здесь еще нужно кое-какие действия сделать. Смотрим, нажимаем. Открывается у вас Telegram. Жмете старт в этом боте.
Дальше смотрите, вот тоже важно. Нажать именно сюда, линк. Не сразу внести этот код, а нажать сначала линк. Дальше возвращаемся, копируем этот код. Скопировали. Возвращаетесь в Telegram. Вставляете этот код. Проверяем, он вроде бы. И отсылаем. Отправляем. Вот. Ждем, когда такое появится. Что все успешно перелинковано. Дальше теперь смотрите по шагам. Возвращаемся в дашборд. Здесь вот нажимаем airdrop компании. Нажимаем сюда. Жмем вот. Получить 25 теле. За то, что мы вступим в их группу. Нажимаем. Подписаться здесь нажимаем. Я уже подписался здесь, поэтому как бы здесь у вас будет старт или join. Возвращаемся. Назад возвращаемся на страницу с airdrop. Теперь смотрите, здесь еще Twitter остался, Facebook. Вот, нажимаем. Здесь нужно лайкнуть, подписаться на их Facebook. Ставим нравится, если у вас на английском там будет лайк, нравится. Я уже не помню. Дальше. Репостнуть за закрепленный пост. Нажимаем. Ждем, когда подгрузится этот пост. Жмем здесь поделиться. Опубликовать. Все, возвращаемся. Здесь нужно скопировать этот адрес репоста этого. Идем, возвращаемся в Facebook. Заходим на свою страничку. Здесь. Вот, кликайте по времени репоста только что. Здесь сверху копируем эту ссылку. Вставляем сюда. Нажимаем Submit. Ну, у них написано до 12 часов, что Telegram проверяет, или до 24, или Facebook тоже. Подождем, может там как-то быстрее провериться. В общем, нужно выполнить эти все задания. Да, вам начислятся монетки. И эти монетки можно будет положить, самое главное, в стэк. Дальше тоже покажу. Что тут еще? Твиттер. Ну, Твиттер то же самое. Подписаться на Твиттер и запостить. Ну, тоже репостнуть. То же самое, вот, follow на Twitter, подписаться, и здесь то же самое, это прикрепленный пост тоже ретвитнуть и скинуть опять же эту ссылку из Twitter, сюда вставить и submit нажать. Тоже пишут до 12 часов проверять, ну это я уже показывать не буду, это элементарно, так же как на Facebook сделаете. В общем, когда они все это проверят, вам начислятся, нажмете тоже после выполнения всех этих заданий, нажимаете get 25 теле и ждете, когда проверится, вам на счет начислятся сюда токены.
Также смотрите, за каждого приглашенного вашего товарища можно получить 10 телек. Берете здесь линк. Линк сейчас я тоже покажу, потому что спрашивали в прошлый раз. Его нужно создать. Берете, создаете линк. Ну, нажимаете, вот он. Эти ссылки. Берите совету верхнюю. Дальше смотрите, когда появятся эти монетки у вас здесь, когда проверят это все, вам нужно будет сюда зайти, токенс, и стек нажать. Здесь у вас будет вот, вот эти токены, которые вам начислят после проверки. Их надо нажать на стек, и они появятся через время тоже здесь внизу. Здесь каждые 2 недели будут начислять вам монеты, и монеты, точнее не монеты будут начислять, а в евро будет вам на баланс падать доход от этих монет. И их можно будет выводить, здесь покажу, выводить можно на банковский счет, на биткоин, на эфириум, лайткоин, дэш, ну эфир, естественно. Можно на балансы покупать опять, ну это делать реинвест этих монет. Здесь все выплачивается, все очень быстро, как бы там в течение нескольких часов. Так, по регистрации я все рассказал. В принципе, по регистрации все. Если какие-то вопросы будут, пишите. Ну, я думаю, все тут понятно, все элементарно. Выполняете все эти действия, нажимаете получить эти монеты, и в течение какого-то времени это все проверяется. Вам начисляются эти монеты. Дальше их в стек ложите и все. Итак, дружище, смотри, пока записывал я видео, монтировал, вот уже платеж показали, что выплачен 27 евро. Смотрим, заходим на кошелек. Ну вот они, 30 баксов получается, 27 евро. Вот они зашли. Так что проект в очередной раз показал, что платит. Я советую всем, кто еще не зарегистрирован, обязательно регистрироваться и зарабатывать. Это один, я считаю, из топовых проектов, которые на данный момент и платят. Еще плюс можно такой пассивный доход, постоянно тебе раз в 2 недели будут капать монеты за то, что ты там зарегистрировался у них там в Фейсбуке, это еще там Твиттеры, что там еще надо было делать. В общем, простейшее задание. Очень классный проект, который платит уже там почти полгода. Я думаю, платить еще будет столько, сколько нужно. В общем, друзья, кому понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите комментарии, там, поддерживайте, делитесь с друзьями, пусть ваши друзья тоже зарабатывают. Они занимаются всякой херней, не вкладывают, не рискуют деньги, не какие-то капчи разгадывают за копейки. Приглашайте своих друзей, рассказывайте им и делитесь данным видео. Помните, вместе мы сила. Также советую подписаться на мой телеграм-канал. Здесь очень, даже не очень, здесь, наверное, раз в 10, а то и в 100 больше проектов, на которых можно заработать вообще без каких-либо вложений. Постоянно новые проекты, которых нету на YouTube, на YouTube-канале моем, потому что ну просто я не успеваю. Бывает и по 8, и по 10 проектов в день выкладываю. Поэтому, друзья, всем советую подписаться на мой, во-первых, YouTube канал, кто еще не подписан, а также на Telegram канал. А на этом все, друзья. До новых встреч.